Прошло и полугода, я перешла дорогу. Снова сориентирую вас. Это рынок Соммой. Центральный вход в рынок Соммой на улице Мгозъяты. Два самых киоска с самым большим выбором. Но я обычно беру фрукты на параллельной улице. Не на той, которая идет к Бэйби Лили, а на параллельной. Мне там нравится выбор больше. Туристам меньше нравится, говорят, там пахнет. Да, сориентирую. Винком Плаза. Сейчас проедет большой автобус. Снова будет видно это здание с темными стеклами. Винком Плаза. Бэйби Лили. В той стороне магазин Бэйби Лили. И за ним строится огромная башня-панорама. И вы уже видите отель, так называемый, с птичкой Белый Монтань. Он на первой линии. Все, сориентировались, море в той стороне. В той стороне у нас круг с фонтанами. Это открылась новая кофейня Чангуен. Очень хороший ориентир. Теперь вы не будете теряться, как добраться к Бабо Пицце. Мы идем от кофейни Чангуен к Бабо Пицце. Вот здесь магазин оптики. Большой выбор. Ключи, я думаю, вам делать не нужно. Маленькая улочка, по которой нам нужно пройти 30-40-50 метров, не больше. Вот, очень часто что мы увидим по дороге? Жареные и пережаренные свинины и куры. Ну, кому-то это нравится. Вегетарианский ресторан Боде. Вот, он сегодня не работает. Сегодня вообще-то летний тет. Выходной день. У многих. Опять жареная и очень жареная свинина. Очень жирная. Это считается вкусно. Так, непонятные купальники. Я думаю, наших размеров тут нет. А вот. И мы сворачиваем направо. Магазин с гвоздями, шурупами. Кто искал какие-то стяжки там. Скотч. Это все здесь есть в изобилии. Я, кстати, загляну. Синтяо. Немножко. А, Синтяо. Вот, все тут есть, хозтовары разные, шурупы. Вот. Ну, что нужно. Я не знаю, кому нужны шурупы, но почему-то меня очень часто спрашивали и про шурупы, и про дверные ручки. Но сейфы нам точно не нужны. Вот. Это магазин с шурупами, замками, дверными ручками и гвоздями. Вот, вот от этих шурупов нам осталось пройти 20 метров до Бабо Пицце. Вот, кстати, ароматические палочки можете здесь купить, кому нужно. Огромный выбор и явно дешевле, чем в туристическом квартале. Интересный магазинчик с сувенирами. Это отдельная тема. А вот, собственно говоря, мы дошли до Бабо Пицце. Бабо Пицце, вот она. Вот, работает с 13 до 21.30. Меню на русском. Вот. Собственно говоря, здесь не пусто. Вы дошли.